Добрый день, друзья. Вот посмотрите, что бывает с теми, кто нарушает комендантский час. Ну вот посмотрите, вот человек задержался, ну в гостях задержался, где-то до 12. Ну, по лицу видно, что его избили. Смотрите, глаза синие. Зубы выбили, ну человек выпивший был, ну явно видно, что вот красный нос, ну выпил человек, ну с кем не бывает. Ну факт тот, что его, скорее всего, задержал его военный патруль, потому что, видите, саперная лопатка, вот смотрите, вот воткнули в бок ему, руки оторвали. Ну человек старался держаться, он шел с палочкой, посмотрите. Шел с палочкой. Видимо, не успел задержаться. Ему и вторую руку оторвали. Если бы не оторвали, он бы и мог стоять или дойти до дома. Ну, при задержке, когда его, видимо, допрашивали, что с ним, только почему он в таком состоянии и почему он так долго находится на улице. Вот, посмотрите. Синяки присутствуют. На обоих глазах, вот, пожалуйста, зубы выбили, ай-яй-яй, даже потеки крови видно, посмотрите, что творится. Вот, что бывает с теми, кто нарушает комендантский час. Даже не пожалели его, лопаткой били, посмотрите. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Вон, видите, его аж скрутило всего. И он замерз. А мы проходим, смотрим, о, стоит. Ноги замерзли у него. Посмотрите, смотрите, что творится. Смотрите. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Вот так-то вот. Это чтобы неповадно было нарушителем комендантского часа. Попался он, видимо, военному патрулю. Ну, факт, факт, да. Вот лопаточка. Пожалуйста, саперная лопатка. Ладно, до свидания. Подписывайтесь на мой канал. Спасибо за просмотр видео. Пишите комментарии, ставьте лайки.